Сегодня болельщики болеют уже не на трибунах. Сезон завершен. Наша команда в финале в Ульяновске стала серебряным призером. Выиграла путевку в Суперлигу, где не выступала с 2013 года. Где-то у нас получалось, где-то нет. Неплохие матчи мы сейчас сыграли, говорю, на финале. Особенно мне понравилась последняя игра. Я говорю, что ребята просто отдались игре и волю проявили, и характер свой, и мастерство, понимаете. Ну, тяжело там было, скажу так. Очень тяжело с хозяевами. Ну, я говорю огромное спасибо ребятам, болельщикам. В финале высшей лиги «Саяны» сыграли 5 игр, из них 4 победы, 6-1 «Знамя» Удмуртия, 8-2 «Никельщик», 9-2 «Акжаик», 6-2 «Черемшан». И всего одно поражение, 5-1 «Саяны» уступили «Мурману», лидеру финала. Как результат у нас второе место, 12 очков. По итогам финального турнира полузащитник «Саян» Максим Василенко стал лучшим игроком на своей линии. Кстати, новичок в начале сезона перешел в «Саяны» из Кемерово. Стремились. Призеры, я думаю, для команды «Саяна» это тоже очень достойное место. Мы достойно играли, никому не уступали, даже с Мурманском. Просто нам не повезло в некоторых моментах. Поэтому, я думаю, вся команда довольна. Суперлига, куда выиграли путевку «Саяны», это всероссийские соревнования, в которых участвуют сильнейшие клубы страны, всего 16 команд. «Саяны» Хакасия выступали там 20 лет подряд, до 2013 года. Победное завершение финала высшей лиги дало право нашим хоккеистам получить звание «Заслуженный мастер спорта России». Разговор идет, вот если будем играть в Суперлиге, будет много болельщиков. Я не думаю, просто есть масса болельщиков, которые они будут приходить на команду, они ее любят, где бы они ни играли. Отдыхать «Саяны» Хакасия в ближайшее время не будут. Пока не растает лед на стадионе «Саяны», хоккеисты будут вести тренировки. И после отпуска летом начнут подготовку к новому сезону. Елена Крылова, Антон Новожилов, «Вести Хакасия».